Всем привет! Продолжаем Resident Evil. Взяли автоматик. Чё-то мне кажется, с автоматиком-то я это как его. Так, откуда мы приперлись? Мы же оттуда приперлись, да? Да или нет? И что? В какую сторону бежать? А, конечно, блядь, вниз надо. Пойдем, как там тебя зовут-то, Шерри или как? У нас ждут приключения. Так. Все, это все ухает. Хоба. Чё там? Ой, какое место здесь собачки будут. Я тут все патроны просажу для автоматика, да? Ну, если меня не сожрут. Камонь. Куда ты побежала? Эй, тихо, блин. Закрыто. Да, а ты думала. Так, здесь у нас... Ой! Что за звуки? Ну хорошо, закрыто. Ладно. Чик. Карточку надо. Ой. Нам нужна ключ-карта. Угу. Ну же. А чё ты? Карточки здесь нет. Я даже пробовать бы не стал. Уверенно говорит, что она сюда. Мама последний раз меня этим путем вела, Шерри. Тихо, тихо. Кто там, блин? Я тебя долго искал, Шерри. Кто это? Такая храбрая девочка не испугалась всего, что тут творится. А, это этот начальник полицейского департамента. О, нихера себе. На землю, руки за голову. Ух ты, блядь. Лежать, я сказал. Шерри, свяжи руки. Чё ты, дебил, что ли? Зачем вы это делаете? Молчать, свяжи ее. Ну ты свяжи ее плохо. Понятно, либо ты ее свяжешь, либо ли она умрет. Охереть. Чё вообще происходит? Преднамеренно насилие над детьми, например. Шерри, подойди. Чего хочешь сделать с ней, не твое собачье дело. Если она пострадает, клянусь, я говорит, это как. Че, Шерри, ко мне? Нихера себе. Как тебя зовут, блин? Мать твою имя скажи, Клэр. Шерри, ты пойдешь со мной или можешь попрощаться с Клэр? Ладно, ладно, я пошла. Надеюсь, вы к маме меня отведете. Куда же еще? Не слушай этого ублюдка. Бау! Кровище. Не мучай ее, пожалуйста. Не указывай мне, как делать мою работу. Отпусти! У тебя совершенно отвратительные манеры. Это нужно исправить. Этим и займемся. Пустите! Найду тебя, тварь. А он и шмальнуть может, кстати. Ты давай-ка аккуратнее. Найти ты его все равно найдешь. Провоцировать не надо. Так, что это такое там? Береги себя, Шерри. Так ты ее практически не знаешь. Это не говорит, что надо к детям плохо относиться. В том плане, что... Ладно, карта доступа. Потом этот ублюдок. Так, ладно, дверь открыта, вижу. Да, этот хмырило. Достоин наказания сватовский автомобиль, блин. Эй, здесь что-то лежало. Блять, шумят что-то. Так, ладно, хорошо, там заперто. Давай ту дверь проверим. Ой, нет, 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 нам не туда. Блять. Хоба, здесь заперто, да? Хорошо, ладно. Я понял. Побежали. Вон там такая же машина стоит. Ну. Хорошо. Блять, чего вы шумите-то?
Ладно, пойдем в открытую дверь сначала. Так, давай-ка без беготни. Должно быть, он прошел здесь. Тут лифт, бля. Вестник Raccoon City, июнь. Внимание, герои Raccoon City, кого боится, но уважает весь город. Ответ должен быть очевиден любому жителю нашего прекрасного мегаполиса. Верно, шефа полиции Брайана Айронса, это он и был, кстати. Человек одно упоминание, о котором преступников трясутся коленки, и сурового отца, любящего всех нас, грешников. Шеф Айронс известен своей благотворительной деятельностью, в том числе щедрыми пожертвованиями приюту, помощью пострадавшим женщинам, меценатством, защитой животных. Этот список можно продолжать долго. Но отдыхает ли наш герой когда-либо? Город, моя семья, лишь делаю то, что должен. Вот такой ответ дает нам шеф Айронс, улыбаясь. Ну. Да, это да, шеф полиции. Чуть здесь. Карта подземного этажа полицейского участка. Так, нам сейчас сюда придется пилить. На лифте я не уеду, судя по всему. Что здесь? Отдельный лифт, ведущий в кабинет шефа, а не для общего пользования. Эй! Там его дочка, по-моему, мертвая будет лежать, вроде бы. Так, давай, тихо. Что-то мы давно не сохранялись. Да как давно? Вообще-то недавно, но тут, блин, собаки сейчас побегут. Сука, света нет. В питомник. Что-то не хочется мне в питомник прям. Испытываю какое-то предубеждение к питомнику. Не хочется туда вообще идти. Эй! Чё, блядь, как здесь темно? Ну здесь зомбари точно будут. Вон, например. Так, коробочка. Что за эта коробочка? Так. А, от машины. Уведомление об утилизации. Примет до утилизации. Ключ от машины. Подробности. Погнутый ключ. Непригодный к использованию. Система дистанционного опирания двери позволяет открыть дверь и багажник. Давай обратно сходим. Эй, да ладно. Зашли, так зашли сюда. Что-то с ним. Сообщение от мистера енота. Ну вот это вот куклы. Мы читали в прошлый раз. Так, здесь заперто. Сколько здесь зомбарей? Здесь два зомбаря. Ай, патроны. Здесь мистер енот валялся. А, все, синий стал. Ну и все, и валяйтесь. Не хочу с вами связываться. Блин, мрачно тут как тут, а. Так, здесь-то чё? Здесь просто запертая дверь, блин. Так, записочки. Блять, без беготни, без беготни. Хоба, давай. Угу. Здесь никого нет. Блять, вы со своими страшными звуками, блин. Оу, а вот этот пистолетик какой-то нашел.
Хова, все синее стало. Что за пистолетик-то? 9 калибра. Тринадцатизарядный. А, так вот у него 25 станет зарядов. Блять, сейчас обратно в питомник пилить. Фу. Блять. Там же люркер. Блять. Где ты там пищишь? Ой, он сюда может пролезть. Я же его не смогу, это как... А, бля. Я его не смогу этим автоматиком остановить. Так, это можно выкинуть. Я его не смогу остановить, блядь. Бежим. Я так в него все пули высажу, мне кажется. Затих. Затих, сука. Вон он. На стенке висит. Бежим! Блядь! Ой! Так, у меня сколько жизни-то? Так, состояние хорошо. То есть технически я, может, и не умеру, умру с первого раза. Может быть. О, блядь! Сучка. Ну через эту херню только собаки, судя по всему, пролазят. Вон он опять, бля. Двое все-таки, блять, двое. Ой, сука, звуки такие, как будто он там дверь может открыть. Сколько это может продолжаться? Я ж так все патроны закончу свои. Надо было гранаты взять, блин. Да ладно, кто знал, я думал, собаки будут, бля. О, так, с эту херню подобрали. Thank you.
Блять, они до сих пор живые. Оба причем. Пошел ты в жопу! Я боюсь тебя. Обратно свалили. Эй, дурочки, блин. О, да ладно, завалил все-таки одного. Ой. А вон он внизу. Бля. Люблю я нервишки себе пощекотать. Где ты, хмырь? А, вон он опять залез на стенку. Только у меня патронов-то осталось. Чё-то мне это нихера не нравится. Так, а вон тут у нас порох еще. Где там? Вот. Ой. Что за, блядь, металлические звуки? Так, ладно, собак сожрали люркеры. Я понял. Ой, блин. Не шумите, а! Сука! Не надо шуметь. Блин, я что-то боюсь туда идти. Получится просто как в тот раз с Леоном. Я туда зашел, собак отстрелял. У меня мало патронов осталось. Возвращаюсь назад, а там новые собаки. А у меня отстреливаться же тупо нечем, блин. Бля, музыку страшную еще врубили. Так, хоба! Вертушку, говорит, нужно квадратненькую. У тебя, говорит, ее случаем нет? Ах, нет! Ну тогда, говорит... Ой, тихо, ты тут. Ты станешь, нет? А мне патронов на него хватит? Блять. Бэу, говорит, что это такое? Ой-ой-ой. О! Серились ли, да? Вот и нет моих патронов. Ой-ой-ой, колесо, сука. Страшное колесо. Чё ты? Ножка у него отломилась и выпрямилась. Так, собаки, вы по второму разу вставать-то не будете, мертвые валяетесь тут. Ну, все, пошли назад. Сохраняться. И оружие другое брать. Все, у меня нет никакого оружия. Я туда не пойду, блядь, без оружия. На обратном пути опять что-нибудь произойдет, блин. Так, давай сразу в тот угол бежим. Собаки не прыгнут нигде. Такие, блин, добрый вечер. Вот я в прошлый раз от собак за Леона так и убежал. Ту-ту-ту-ру-ту-ту-ру-ту-ту-ру-ту. 13 патронов на хранение. Порох, это тоже... Ну, блядь, ну давай возьмем, черт с ним. Будем ходить теперь патроны тратить у дробовичка. Нет, мы сохранимся по-любому. Блядь, сохранялок мало. Мало сохранялок. Ту-ру-ту-ту-ту-рут. Че там у нас? Где обойма? Вот она. Объединить.
Хоба, увеличенная бойма. А, патроны. Да-да-да, это прикол тоже был в этом, в оригинальном Resident Evil. Ты, если увеличиваешь обойму, у тебя есть патроны в обойме, у тебя количество патронов в обойме увеличивается. Есть такой прикол. Был такой прикол, то есть. Так, 9-миллиметровые. 9 миллиметров. Это чё? 380 ACP. А вот 9 миллиметров. А, нет, это для револьверта. Хер с ним, пойдем с револьвертом. У меня ж куча патронов для револьверта осталось. Да. Эй! Блин, ау. Так, это 9 миллиметров. Это тоже 9 миллиметров. Где я вам патроны 9-миллиметровые? У меня нет их 9-миллиметровых патронов. Так, ладно, это на хранение. Че, гранаты ему что ли здесь? Сколько у нас гранат-то? Гранат 3 штуки. Таких. Бля, мало гранат. Значит, гранат не возьмем. Нет, возьмем. Я боюсь, блин, без гранат ходить. Блять, ну мало так-то гранат, пипец. Ладно, хер с ним. Хорош, фигней мается. Используем. Все, убираем. Сохранялки всего две осталось. Это, бляха, муха, очень плохо. Так. Это прям вообще нехорошо. В эту игру, блин, я боюсь играть в итоге. Все черепашьими темпами делается. Все делается черепашьими, черепашачьими темпами. Так, генераторная. Ну, пилим в морг, мне кроме морга. Раньше сказал, в морг, значит в морг. Все, пошли. Чик. Собачки. Собачек вшатали. Люркеры. А так-то вшатал их этот, как его, Леон. Так, давай смотрим. Протокол вскрытия. Джастин Хансон, 39 лет, найден мертвым в тюремной кровати, ладони до сих пор плотно сжаты из-за трупного окоченения, которое скоро пройдет, скорее всего, умер вскоре после отбоя. Страдал тягой к воровству и несколько раз попадал в тюрьму. Удивительно, он воровал даже за решеткой, не противоречит его диагнозу. Да. Значит, у него там в руке какая-то херня лежит. Ну! Ой, блядь, сука, ну... Так... И почти и не испугался. О! Так, застряла. Ну, удерживай. Блять, этот хмырь станет. Бэм такой. Хе-хе. Ну, может и нет. Ой, блять, музыку такую играете. Че вы зачем музыку такую играете? Вот здесь вот. Пошел ты, бля. Пошел ты. Пошел ты. Не, в бушку, бля.
Че, ты встанешь, нет? Видимо, нет. Ой, бля, дура. Ой. А чё она перестала шевелиться? Так, погоди, я не помню, у кого что там в руке, бля? А, вот это до конца не достал, да? Так. Ну это хер, у нас до сих пор здесь что-то, блин. Может, у тебя в руке? А чё? Или у этого в руке? Нет. Хоп. Этот не достается. Таракашки не достаются. Чё-то я не понял. Что я здесь потерял? Чё я не собрал? Эй. Так, сюда не лезем. А, вон сзади ключ, блядь, нарисован. А, вот он. Давай. Блядь, взять, говорю. Никто вскакивать не будет. С диким криком. Дикий крик. Прорезал сумрак. Зло не дремлет, зло не спит. Так, вот у нас сюда. А, комната управления лифтом. И вот сюда можно сходить. В генераторную пока не пускает. Ладно, пошли. Мы же спешить не будем, да? Ой. Блин. Это из этого. Бля. Ну откуда ты взялся? Блять! Пошел ты нахер! Я сейчас его буду... Так, гранаты я не взял, да? Одна есть. Но он, блин, слепой, ему плевать на эти гранаты. Ой. Там... Этот хмырь, блядь, за углом встал. Так, вот он упилил вроде. Куда? А куда ты упилил-то? Вон там рычит, бля. Сука, здесь за углом. И мне как раз туда и надо идти. Ой. Так, выход у нас здесь. Он там. Где-то. Во. А, блядь, не туда побежал! Уходим! Пошел! Ой, блядь!
Вот так вот с испуга я не туда побежал. Где ты там? Вон он, скотина, блядь. Тебе по жопе сейчас выстрелю. Хорошо, что он не умеет через двери проходить, блядь. Ну что за жесть? Чем я занимаюсь, а? Этот уж даже за мной не бегает. Тот, говорит, непонятный мне по жопе стреляет. Ух ты, Хари сюда теперь. Или чё? Нет, не Хари. Чё? Ты сдох, что ли? Тут, блин, не собаки, тут эти тусуют. Угу. Ой, бля. Так, сюда я не прохожу, все, да? Там электрический замок. Так, здесь эти хмыри встанут, наверное. Вон уже слышно, блин. Ну-ка подсветим. Да, оба там торчат. Так, эти, судя по всему, блять, ко мне сунутся, да, сразу? Может, их сразу расстрелять? Локер. И чего? А, ничего. Просто уходим. А вы там, ребята, тусуйте, бли. А, вон они стоят. Ой, блядь. Страшно как. Собак здесь не будет, нет? А, мы в кабинет Айронсайда поднимемся и окажемся, кстати, в полицейском участке. Вот у нас растение. О! А, это для гранатомета, да? Тут у нас жрачка. Зонтик выкинули зачем-то, дебилы, блин. Порох. Давай-ка это объединим. Так, курки, блядь. Как вы можете жрать и тут же курить? Ну, вы чё вообще? Так, лифт работает. П
Поехали на лифте. Так, где мы оказались? Офис шефа. Библиотека. О, я тут дофига где не был. Чё-чё? Чё ты? Ой, дождь. Музычка такая. Так, что у нас здесь? Почему-то еще красное, что я здесь не нашел. О, ну кто-то, спутниковая связь. Тут тиран где-то тусует. Хоба, все равно все красное. Хоба, записочка. Копия электронного письма шефу Айронсу. Шеф полиции Айронс. В качестве благодарности за вашу постоянную поддержку я внес крупную сумму на ваш счет. Используйте эти средства, как считаете нужным. Полагаю, вы продолжаете наблюдать за своими подчиненными, в особенности за теми, кто выжил в особняке. Избавьтесь от них, если необходимо. Это про первую часть. И это говорит Уильям Биркин. Так что не нужно думать, что он там такой, жертва обстоятельств. Шеф полиции Айронс, у меня проблемы со штаб-квартирой Umbrella. Начальство хочет забрать у меня плоды исследований, но не бойтесь, все скоро закончится. Вы просто делайте, что я говорю, все будет хорошо. Так, шеф полиции, усильте охрану моей лаборатории, прикажите дуболом стрелять по любым подозрительным личностям, пусть бьют на поражение даже по сотрудникам Umbrella. Я почти закончил, Джей, не позволь ни одному ублюдку встать у меня на пути. Угу. Шеф полиции, соберитесь в вашу мать и делайте свою работу. Я же ясно сказал, чтобы вы усилили охрану в канализации. Что, не понимаете, чем я тут занимаюсь? Что касается денег, вы своего получите. Только когда я захочу контроль. Все ясно, помните, незаменимых нет. Угу. Ага. О, шеф полиции. Да, крокодил, броненосец тут. Чувака, до хера денег, смотрите, блин. Так. Хранение. Где мой там гранатомет? Достать. Че он дает? А, уменьшает отдачу. Стабильность траектории полета. Хоба! Эй, гранатометчик. Так, чё? Порох давай на хранение. Блядь, неплохо было бы сохраниться. Только у меня две сохранялки, блин. Так, журнал таксидермиста. Белохвост олень. Смес примерно 6 лет. Тарклей. Угу. Нравится конечный результат, но меня уже порядком досталось это жалкое зверье. Возможно, стоит заняться животными с характерами. Амурский тигр. Бля, нихера себе. Хабаровский край. Ничего себе, блин. Скотина, это же, блин, это как его, краснокнижное животное. Я чуть не кончил, нихера себе, когда распорол желтое брюхо и выпустил теплые кишки от меня еще разъездить диким зверем. Вот она жизнь. Свинья, самка 20 года. Туша мягкая, сладкая, вся белая, вся моя навсегда. В смысле, самка 22 года. Ракун Сити. Так это, блин, бабу. Да, по ходу дела. Ты-то, по ходу дела, маньяк. Чё-то я такое помню, вроде там будет это, или это в другой части. Чё-то где-то было в какой-то части. Мы лечила. Так, погоди. Давай чуть-чуть сходим, а потом сохранимся на обратном пути, блядь. Так, тигр. Давай на всякий случай гранату возьмем. Тут же вроде недалеко бежать. Хранение. Возьмем. А вон зеленую траву. И гранаты. Чью. Хоп. Так.
С гранатами, понятно. Так, давай только без беготни. Так, вот он, амурский тигр. Ой, блин. Так, корабль. Чё тут? Не берется. Это что такое? Ключик, барельеф. Хе. Ключ, но. Взял же, да, взял. Так, письмо из ремонтной мастерской. Судя по описанию, проблема с электронным замком на двери в офис шефа полиции. Нам придется кое-что заменить. Для ремонта потребуются детали электрощитка. К счастью, в участке должны быть ремонтники из одного нашего из наших магазинов. Должен быть решить проблему с часовой башней. У него несколько запасных частей. Сообщил, что ставил одну из них в восточной кладовой на третьем этаже. И что-то пойдет так, вам потребуется больше деталей. Пишите в часовой башне. В общем, это... Нужно будет пилить часовую башню. А, вон сохранялки. Угу, ну две детальки. А что там лежит-то? А, ID-карта вон она висит, болтается. Ага. Блять, сохранялка одна. Ну... Ну, всего одна сохранялка. Тигер! Чего? Вот, давай используем. И посмотрим. Так, у нас выход на лестницу. Так, аккуратнее, аккуратнее тут. Тут надо, блядь, быть аккуратнее. Так, мы сюда не пройдем. Вы зачем такую страшную музыку включили? Сука, не на... Блядь. Мне кажется, надо сохраняться. Бля! Лезем обратно. Совсем забыл. Сейчас, подожди, тихо. А что у нас с инвентарем? Давай это пока на хранение. И это пока на хранение. Давай заколотим нахер. Вот там это долбись, бля. Тут может люркер быть. Угу. Так, сюда я не попаду. Блять, тут в натуре может быть люркер.
Ой, взять некуда. У меня, блин, в роте пересохло. Бля, я же говорю, люркер! Пошел ты в жопу, блин! Уа, блин! Да иди ты на... Ну, почти не страшно. Ой, блядь. Вот этот хмырь в печати, не главное, тусит. Сейчас тебе зубы выбью. Чего ты, блин? Чего неубиваемый какой? Нихера как долго заряжаешься. Ой, блядь. Так, ладно. Туда по-любому нужно будет пилить. Это мы поняли. Давай сбегаем теперь на третий этаж. Мы же экономим сохранялки. Так, деревяшку у меня полно теперь, бля. Хоба, и вот у нас мест нет. Ой, блядь. Балкон. А, мы можем вниз лезть. На это место нет. Тараран, тараран, тан-тан. Оба. А чё, серьезно? Страшная музыка опять. Восточная кладовая, что там у нас? А, бля! Ух ты, сука! Бля! Один раз укусил! Я уже при смерти! Охереть! Полностью восстанавливаю. Давай, используем, бля. Ой. Чё ты, блядь, сунься только. А, стреляет быстро. Перезаряжается долго. Скотина. Чего тут один тусует, а? Вот там вот, судя по звукам. Или там. За углом там торчит. А где он, блин? Так, куда выход в комнатушку, да? О, нож, блядь, в башке. Коробка какая-то интересная. А, Иджис, это как его, электрическая деталька. О. Так, ладно, это мы взяли. О. Оказывается, можно на звук. Она шумит. Где этот хмырь? А вон он.
Нормально получилось, я считаю. Так. Письмецо в конверте. Так, что здесь у нас? Здесь нихера. Пилим обратно. Потом всякие вещички собираем. Ой-ой-ой. Кто, блин, там шумит? Эй. Так, кабинет шефа. Кабинет шефа вот туда. Так. На хранение. Ты же на хранение, блять, места нет. Это нужно будет тащить вниз, пока уберем. Револьвер. Давай, сохраняемся. Так. А что насчет письмеца в конверте? Так. Хоба. Такая. Прикольная. Прикольная, прикольная ком. А, блядь, в комнате допросов хмырь этот. Надо гранату взять, блядь. Без гранаты делать там нечего. Блядь, 4 раза еще могу только сохраниться. Давай вниз бегаем. Если нас завалят, мы недавно сохранились. Хоба. Этому башку отстрелили, этому тоже. Тут придурок этот. А вон он, наверху, бля. Скотина, он так сидит наверху. Блять, гранату-то как тебя кинуть? Дебил, блядь. Я в тебя так все патроны всажу. Понял, нет. Шлепнулся как говно. Все. Смертушка тебя настигла, блин, люркер сраный. Так, поехали. Так. Во, что-то. А, сначала это. Во. Потом это. Ой. Нет. Нет. Блин. Бля, да ёкарный баба, я забыл. Нет, не то. Во. Угу. Угу. Блять. Сука, ты, я забыл опять. Блять. Ой. Угу. Дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. Нет.
Ту-ту-ту-ру-ту-ту-ту-ру-ту-ту-ту-ру-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ру-ту-ту. Кнопочка. Это хорошо. Так, туда перепрыгнуть. Давай, в этот хмырь. Давай ему в бошку засадим. Хоба, и до сих пор что-то здесь есть. А, о. Отчет от конфискации. 621. Причин конфискации. В обозначенном месте был обнаружен подозрительный мужчина. После обращения в ЦР он попытался прикинуться растерянным. Был задержан, была записка при нем. Джастин Хансон. Ярый клептоман, но это вот у которого из рук я достал. Хотя попытка вас что-то скрыть из полицейского участка, это что-то новенькое. Лежит бумажка, но это для сейфа. А, вон еще что-то у этого. Порох! Так, ладно, хорошо. Оба! И тут мы типа все нашли, да? И эта дверь нахер не нужна, получается. Хоб! Мы тут все нашли. Все. Можно в первый этаж пилить, да? А, как ты пойдешь первый этаж? Нифига ты никак не пройдешь. Ну, в общем, здесь мы все пролазили. Угу. Поднялись сюда. Здесь у нас опять не пройти. Третий этаж. Аж четыре вещи лежит. Нужно сбросить что-нибудь. Ну а что сбросить, блин? Гранаты сбросим все-таки. Порох сбросим. Патронов у меня всего ничего осталось. Это тоже сбросим. Потому что там, где кнопки, там рядом как раз это ящик есть. Так, чё... А, мы здесь все подобрали. Хоп, здесь все синенькое. Подперлись в другую комнату. Так... Здесь у нас ножик. Комната синяя. Там растенец еще осталось. А, там еще не только растение. Вот да, там колесико это есть. Куда дверь? А почему, блядь, нас не пускает? Блять. И все, все места заняты. Ай. Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту. Нож убрать, растенец. А подожди, а с чем можно растенец смешать? Может есть что-нибудь? А, вон с этим. Да и кнопку скинем.
Блин, столько беготни. Одно хорошо, тиран. С ними какой-то херней пошел заниматься. Ой, нет, не сюда. Эй! А, где? Во! Так, все, мы здесь все нашли. Шестерня, ну-ка, давай. Ой, нет. Изучить шестерня. Это, блин. В это как его втыкать? В часы. Так, вот мы где оказались, да, и здесь у нас тиран будет где-нибудь тусить рядом, да? Место летчика пустое. Так. А почему я раньше туда не попадал? Не-не-не-не-не-не-не. Что-то непонятное. Так, у нас здесь спуск вниз. Вот вода. Не тушится. Пошла ты. Да, блядь. Лысая тетка какая-то. Встает, скотина. Ай, щагрит. Щагрит будет весело. Ой, говорит, что-то не весело. Что за грит это как его? Ну. Не весело, говорит, с вами. Так, давай, взяли. Так, тележка. О, нифига себе, как к котельному попасть. Чик. Нихера. Блять, встает. Такой бумс. Ладно, говорит, я лежу. А в котельную не попасть. Бляха-муха. Хорошо, сейчас затушим. Так, это просто затушу. Так я понял, там проход просто открылся, да? Который я раньше пройти не мог.
Так, третий этаж. Восточный наклон. Давай попасть не могу. Ладно, пошли. Вот, блядь. Дождались нахер. А я туда. А ты что будешь делать? Ну такой, я, блядь, так не играю. Сыка. Ладно, спускаемся. Все, полезли обратно. Блять, он лезет! Сука. Бля, и сюда идет. Нихера себе. Вау! Вау! Сука, пугают меня. Так, ладно, в общем. Шутки, думаете, со мной шутить будете? Я, блядь, вам покажу. Тем более, все равно пулик не осталось. Давай гранатомотец возьмем. Блядь, места нихера нет. Говорит, а куда она делась? Ходит там. Мырь, блин. Ой, куда-то убежал, судя по звуку. Блять, он опять здесь. Пошел ты, блин. Тиранозавр, блин. А я не туда убежал, блин. Да, не туда убежал. Или туда. А, вон туда надо. Все, ты там туси давай. Ну, он еще страшный, блядь, по лестнице может лазить, скотина. Вот, значит, мы здесь прошли. Пройти раньше не могли, да? Теперь мы бежим. Куда мы бежим? Так, часовая башня, это потом. Вот у меня... Да, у меня есть на втором этаже ключик. Где использовать? Или что? А, да, на втором. И на первом. Все. И говорит, ни в чем себе не отказывай. Блять, он опять там копытами своими стучит. Скотина, а? Железноголовый. Так, хоба, вот мы приперлись, а он сюда. Нахер. О! Вторую кнопку нашел. Уже хорошо. Чик, давай поехали. Блять. О, раз, два. О,
Нет. Блин. Фуф, блин, то бы я сейчас это, как его, ни хрена бы не запомнил все это ваши вот эти вот приколюхи, блять. Кнопочку взял. Кнопочку взял, порох взял. Все, здесь все нормуль. Теперь пилим на первый этаж. Причем на первый этаж мы будем пилить отсюда. А как это ты? Не будешь ты отсюда на первый этаж пилить. Разве что вот здесь, вот через дикие... А, так отсюда, да? Сейчас дверь откроют, блин. Где ты там, блин? Железноголовый. Когда в руках огнемет, конечно, себя уверенно чувствуешь. Такое, бля, вообще, бля. Он стучит где-то, блин. О, блядь! Пошел ты, бля! Сука! Вон он прям за дверью. И этот хмырь приперся, блядь. Все вокруг мертвые. Так, давай вот дойдем до сюда. Никто не будет на нас тут бросаться. С предложением, блять, от которых мы не можем отказаться. Фью. Так, давай пленочку засветим. Че у нас там? На, куда ты пошел? Ты уже ее скинул. Опять этот хмырь на хранение. Блин, куда достаем? Кнопку еще достаем. Две кнопки. Порохи всякие. Веселые. Веселые порохи. Ай, жизнь моя, блядь. Непростая. Так, давай использовать. А, шкафчик ДЦМ. Я его так в прошлый раз запомнил. Да? Инвентарь свободен. Свободен. Так, нам, блин, туда. Идет, блин, падла. Чего ты, блядь, ждешь? Уходи, а? Блин. Так, поехали, в общем. 203. 208. Поехали. Угу. Угу. 101, 102, 106, 109. 101, 102, 106, 109.
Все. Все, пошли пока соберем, блин. У меня аж голос пропадает от ужаса, блин. Встречи с тираном, блин, натурально. Опять пошел копытами стучать, Блять. То три, блин, говорят. Ай. Все, уходим, да? Здесь все нормально. Ха-ха, здесь все нормально. Вот туси там, блин, дегенерат. Так, что у нас? Во-первых, писулька. И чё? Я и так понял с книжкой-то. И, а кстати, это косяк. За Клэр непонятно было бы. Куда там, что там делать. За Клэр-то уже как бы так. Ладно, хорошо. Ой, блять, нужно обратно выходить. Через офис, да? Где ты там, блять? Сука. Бля. Уходим. Ой, меня-то не цепануло взрывом, надеюсь. Он там уже кулачком размахнулся. Сейчас, говорит, тебе сапатку разнесу. Напоминаю, я на харде играю, поэтому извиняйте за... Это как его? За то, что я со всякими... гранатометами играю. Блять. Пошел ты, блять. Где ты там орешь? Ой, говорит, валяется там, кувыркается, блин. А кто орал-то? Ой. Там же этот орал, судя по звуку. Люркер. Или... Бля. Не заколотить, бля. Ой. Сука. Откуда звуки, блядь? Рычал су, эй. Один, блядь. Угу. Ключ можно выбрасывать.
Это жопа сейчас сюда зайдет. Занимайся там, блядь. Тихо сам с собою, блин, веди беседу. Так, нам теперь нужно... В этот, как его... Ну-ка, давай его разглядим. Такой. Худо, говорит, мне что-то настало. Ты что за мной делаешь, блин? Ой. О, тихо, подожди, там же две. Эри, а меня пустят, нет? Подожди, куда ты приперся, блин? А, вон она. Хер тебе, говорит, не пройдешь. О! А, блин! Ой, мамочки! Сука! Ты, да, я понимаю, бля. Опасный, сука. Ой-ой-ой. Бля, нервы, сука, не к черту. Где там люркер орал, бля? Ветер завывает. Завывает ветер. Турун, турун, турун. Так, вставляем эту штучку. Угу. Ну. А я, бля. Нет же. А эту можно двигать? О, эту тоже можно двигать. Ну давай все сдвинем. Блять, опять хмырь приперся. Хе-хе. Деды там, вон он внизу шастает, блядь. Давай посмотрим, как он по лестнице лазит. Ну-ка. Ого, он неубиваемый на лестнице. Так нечестно, блядь. Так натуре нечестно. Ой, знакомая какая, какое место, блядь. Нет, давай. О, блядь! Сука! Пидор, блин! На, держи гранату. Ха! Попал, блядь! Этот на гранате подорвался у этого долбоёба, блядь, ну реально долбоёб. В борту у него граната подорвалась. Уиии! Хмырь стоит, бля. Фуф. Чудом ушел просто. Давай, открой ты эту штучку, блядь. Ну... Все, пошли теперь. Где этот хмырь там? Ой, блядь, идет опять. Быстро ходит. Быстроход. Глядите-ка на него, блин. Так, люркеров нет. План ремонта. Месточасовая башня в западной части полицейского участка. Ввиду высокой исторической ценности колокол, пришлось доверить его ремонт специалисту. Подробность поделюсь, когда он прибудет, а пока просто закреплю колокол, потому что хомут вот-вот треснет. Угу.
Пришлось, говорит, специалисту. А так бы кто бы там у тебя чинил? Обычные эти. Обычным полицейским, что ли, отдам? За зарплату, блядь. Так, хорошо, я забрал эту херню на всякий случай. Эй. О, обратно что ли эту использовать? Нет. Так, приперлись за порохом. Угу. Здесь все синенькое. Хорошо. Так, что делаем? В часовой башне разбираемся. Этот хмырь меня не ждет за дверью случаем? Нет. Фух, уже хорошо. Ой. А, тут туда хернюшечку надо какую-то воткнуть. О, блять, приперся. Маленькая шестеренка. Давай большую ставим. О. Ну, как знал, как знал. А потом маленькую втыкаем. Эта херня зазвонит и сбросит, да, мне штучку? Которую мне надо. Угу. На такой шум должен прибежать этот дебил. Блять, все сломал нахер. Они чинить собирались, а я им тут все изломал. Работает, говорит, в смысле works? Ты все сломала. Так, где там? А, туда. Так, Иджис собрали. Где там? А, вот тут вот. Вот. Угу. Теперь мы жестянку эту собрали. Здесь у нас все синее. Пилим. Пилим обратно. Ой, в библиотеке я что-то забыл. А что я забыл в библиотеке? Хм. Что ты в библиотеке забыл, блин? Так, ой, не туда идем. Где этот хмырь-то? Давай впилим обратно в билет. Ну, вообще-то, я вон дверь открыл. Но я что-то в библиотеке забыл. Как? Так, давай идем в библиотеку. Нельзя ничего оставлять этому тирану. Тиранозавру, бля. Ой, блядь. Ну что ты? Ну что ты? Хмырь. Она такая, ой, блядь, я уже заколебалась, говорит, с этими дебилами. А, во. Все? Все. Синее стало.
Он там сразу не встанет, нет? Все, уходим. Огородами, блядь. Не туда. Не туда. Бля. Сука, музыка страшная такая. На, в плечо. Ситуация просто нервная. Не знаю уж даже, чем это, как его. Что здесь делать? Я это играю, открыв рот. Весь в ужасе просто торчу. Так, никто мне там помешать не вздумает случайно. Здесь тоже никого нет, да? Кто мне будет тут мозги компостировать? Нет таких, да? Хоба, вот мы приперлись. Так, а что мне откроет? Тут что-то ведь мне откроет там. Сохранимся после, мне кажется, да? Так, это на хранение. Это пока лежит, бля. На хранение. Давай вторую железячку эту. Ну. Он мне про... А, он мне просто откроет... Это как его... Ой, блядь, куда я иду? Не туда. Музычка такая... Все, давай втыкаем обе штуки. Так, хоба, пип. А куда подключить надо? А, вот туда надо подключить. Ага. Хм. Оба, зажглась эта херня. А, может, вот так вот. Чушь какой-то. Чушь какая-то, блядь. Так, погоди, блин. Ну вот она напрямик, как бы. Ой. Так, ну вот эту херню по-любому так, да? Во. 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 Ой. Пиццу заказывали? Блядь. Пепперони и паста. Это как его, не паста, не паста, блять, как его, блять. Ну, в общем, шутки не получилось. Хелло. Рад снова видеть тебя, Клэр. В смысле, рад видеть. У нас незаконченный дельц. О, это же этот! Блять, Вескер, ёпта. По голосу, понятно. Где? А, нет, это не Вескер. Неподалеку не пропустишь. Шериф в порядке. Пока, да. Я думал, Вескер это... Клянусь, сволочь, если ее тронешь. Я сразу такой, не хочу ничего слышать, и телефон отрубил. Тупая девчонка, если ты не потерял гребаную штуку, бы отпустил тебя. У нее пропуск, по ходу дела. Спокойно, Шерри, скоро все закончится. It's over soon, говорит. Отсюда же должен быть выход. Ой, так за нее бегать, что ли? Серьезно? Блять, а сохраниться? Блять, ой, это кто? Плюшевая кукла. Грязная плюшевая кукла. Девочка всего боится. Блин, я сохраняться хотел уже. Так, это понятно. Так, динозавр. Так, дверь заперта. Чуть такое... А, кубик, бля, какой-то вставить надо.
Так, бля, не понял. Мозги, говорит, достаем. Там кубик как раз, да? Ага, недостающий кубик, хорошо. Я понял, давай этот сюда кубик втыкаем. И использовать. Так. Вращать, говорю. А чё ты не вращаешься-то? А, нихера себе, блядь. Вращать. А, вот так вот вращать. Все, стой. Так, квадрат. О. Угу. Так. Звезда, кругляшочек. О. Здесь квадрат, треугольник. О, нифига себе. Что-то говорит не то. Квадрат, треугольник. Треугольник, звезда. Угу. О. Вот те ножницы, говорит, держи. Розовые девчачьи ножницы. Все нашел. Блин, ну это вы, конечно, весело. А сохраниться, блин. Этот дебил Айронс, шеф полиции. Где я? Картонкой какую-то херню, блин, дырку закрыл. В стене. Чуть такое. Чего у вас тут, блин? Какой-то врачебный кабинет. Так, там дверь заперта. Ага. Хоба. Какое-то место, блядь, непонятное. Чего удерживать? А. Хоп. А, вот туда залезть, что ли, блядь? Нет, погоди. Тут вон сюда куда-то можно сходить. Блядь, не видно ни хера. Ладно, туда не пускает. Уходим. Классики. А чё это место такое, интересно? Тут же реально... Это как его, не спальня, это как его детская. Вон, всякие эти. Детские штуки всякие. И говорит, ухожу огородами. А обувь у нее такая, такое ощущение не по размеру. Ясли. А, вот я. Вот же, да? Ну, я оттуда пытался пролезть. Я хожу тихо, на всякий пожарный. Оба. Так, у нас вот там вообще-то двери есть еще. Ой. Тут у них детский сад какой-то, в общем. Детский сад, штаны на лямках. Тут что? Здесь у нас запертая дверь. Угу. Ну и девочка такая идет, вся скрюченная. В ужасе. Ну конечно, блин, тут в ужасе будешь бегать. Такое происходит вокруг, бля. Зомбари нахер, мертвые люди. Мама куда-то пропала. Батя превратился... Наверное, какая-то дверь, выход отсюда, да? Батя превратился в хмыря с глазом в бицепсе. И это... Блять, с палкой ходит. Вначале с палкой ходит, а потом начинает, блин, исполнять. Так, нам, судя по всему, сюда. А здесь у нас заперто, да? О, ключ нужен. Ладно, пора. Чё она сказала?
Дневник Тома. 5 февраля. Уже 2 месяца прошло с тех пор, как я написал Оливер в ответ молчания. Ни словечка. Хотя они все становятся таким, когда их усыновляют. Небось, устроился по-королевски в доме каких-нибудь богачей и думает про нас забыл. Я был уверен, что Оливер не из таких, что мы с ним друзья. Но какой же я дурак. Анна сегодня рассказала сказку малышне, мол, когда родители забирают кого-то из нас, они делают из ребенка еду для чертей. Вот почему дети никогда не возвращаются и не пишут. Уж не знаю, чего это она, но из бредовых идей получаются отмены страшилки. Тут творится что-то странное, дело не только в сказках Анны. Нет, я не жаловался, бывал в приютах похуже, а этот еще и получает кучу денег какой-то корпорации. Но почему нам нельзя никому звонить или выходить на улицу? Почему повсюду столько врачей? Почему тут что ни день, то новые прививки? Мы как будто... Меня усыновляют, меня. Обычно все хотят детей помладше, так что я давно решил, что уже стал слишком взрослым. Надо признаться, новость приятная. Да что я? Я просто на ушах стою от радости. Я распрощаюсь с этим местом уже 20 числа. Постараюсь быть хорошим сыном, чтобы мои новые мама и папа гордились мной. Посреди ночи прибежал Оливер, весь побитый, кричит: «Помогите!» Все такое. Я его даже не узнал. А, Оливер, это друг, которого типа усыновили. Но у него лицо было какое-то облезлое, будто расплавленное. Тут же явился учителя, и врачи забрали его. Говорят, проблемы с кожей. Скоро станет лучше, и мы сможем отправить с ним новые приключения. Боюсь, ты ни в какие приключения не отправишься, Том. Ну, вся такая в ужасе. Или, вернее, тебя такие приключения ждут, которые, блядь, лучше не участвовать нахер. Ой, откуда музыка? Кто? А, этот хмырь. Шеф полиции Айронсайд. Айронс, то есть. Айронсайд. О, сохранялка. О, можно сохраниться, да. Дневник. Если вы читаете, звоните в полицию. Пришли черти, они всех едят. Много черных чертей. Помогите, они знают, где я. Мама, помоги. Блять, ужас какой. В оригинальном Резиденте не было этого. Так, используем. Хоба! И продолжение в следующий раз. Пока-пока.